время вот все расставило на свои места. Либо в одну сторону, либо в другую. Правда. Кристина, вот ты мне до сих пор в жизни, правда, самый дорогой человек. Я хочу, чтобы ты был счастлив, несмотря ни на что. Если твоя душа тянется там, значит, так нужно делать. Правда. Как бы мне не было тяжело говорить эти слова, но значит, так надо. Береги себя. Собираю наши встречи, наши дни, как на нитку. Это так долго. Я пытаюсь позабыть, но новая попытка колет иголкой. Расставляю все мечты по местам, крепче нервы, меньше веры. День за днем, да гори оно огнем. Только мысли все о нем и о нем, о нем и о нем. Я поставила бы точку, но опять запятая. Это серьезно. Люди, которые я жила полтора года, просто потружится, сука, просто все, ружится, все. Кристина, телефон нафига пришел в моей жизни, ты зачем вообще пришел в моей жизни? Чтобы честно тебе сделать, мне больно разбить сердце и уходить. Я за ним упаду в пропасть, я за ним, извини, гордость, я за ним одним, я к нему. Утром она будет спать. Нет. Такая большая между нами. Вылезется сладко. Вот теперь-то можно и на 20 лет постелить. Все хорошо, мальчик наш. Да, мне миллион тысяч надежд и иллюзий. Конечно, мне больно то, что все сыпется так. Лео по тебе будет страдать и скучать. И просто взял и влюбил меня в себя. И Лео будет страдать, а ты пойдешь греть свою жопу везде, где тебе хорошо, не думая о других людей. Тебе просто все равно на всех. Я к нему поднимусь. Пойдем, Лев, пойдем. Я к нему поднимусь в небо. И отрекаются они, любя.